всех приветствую. Всем я очень рад. Вот в кафешку заплыл с тайской супчика поесть, как обычно, видите? С салатиком. И созвонился, пригласил супом угостить еще одного человечка. Он только вчера прилетел сюда, в Паттайю. Ожидаю его. Сейчас как нарисуется. Думал, это он уже сигналит. Я вам его обязательно покажу. Давайте подождем. Ну, а я пока супчик начну кушать. На суп появился человечек, как я вам и обещал. Можете глянуть на него. Привет, привет, люди добрые. Всем хорошего. Иди сюда. И удачи. Да не слышу, ты поближе подойди. Всем привет. Уважаемые подписчики, мы, как всегда, с Артуром в Паттайе отдыхаем. Все хорошо, подтягивайтесь к нам, будет весело, будет очень забавно. Ну что, старая гвардия подписчики все помнят, это легендарная личность, у него и прозвище такое — Человек-легенда. Сейчас покушает супчика, вчера он только прилетел. Как, кстати, дорога, Саш, была-то? Устал, нет? Дорога была нормальная, только куча детей орала. Вот я не могу понять. В самолете или как? Да, да. Они вместо того, чтобы спокойно спать и перелететь нормально, они начали орать. Вот, спасибо. Это мне, да? Да, бери вот. Отличный супец. Ложку палочками не разучился есть-то? Да нет, разве разучишься, я дома так же ем. Надо же как-то отличаться от русских. А ты от русских? От русских, да, надо как-то отличаться. Будешь это перец-то сыпать? Я уже сегодня столько его наелся, что не будет. У меня уже все горит. Я уже столько супы. А, кстати, расскажи про свою печатку. Что это за кольцо у тебя? Людям покажи. Такое кольцо. Ну, чего это хоть обозначает, расскажи. Что это обозначает? Ну вот у подписчиков. Если вы хотите приобрести подобное кольцо, обращайтесь ко мне лично, я для вас такое сделаю подобное. Мексика, видите, Мексика. Мексики, да, Мексика. Я купил за 1500 вообще. То есть, ну, как бы так себе. Легенда куда-то хочет меня поволочь на байке на своем. Опасное дело, я помню еще по прошлому году. И побудь вот драйвером. Вот. Привет, люди добрые. Без шлемов, как обычно, у легенды ничего не меняется в его жизни. Прическу надо сохранить. Но прическу ты поменял, ни хрена какую сделал. Британка называется. Прическа, да? Да, британка. Крутая. Ну поперли? Да, сейчас включу все. Причиндалы все включу, короче. Надеюсь, легенда тормозить не будет. Но если даже и будет, ему простительно. Правильно, если даже тормозить будешь головой? Или мы же на отдыхе, надо подкупливать. Правильно, давай. А меня вчера нахлобучили на лавандос. Мусора? Паркинг, там Уокен-стрит. 20 бат, говорят, давайте. Сколько? 20 бат. Так это просто стоянка платная. Легенда. Нет. Это была платная стоянка. Да там мест вообще, там полно свободного места было. Ну ты зрителю в ухо-то не ссы, так и скажи, что обычная платная стоянка. Ты зрителю пытался еще в ухо подносать. Зачем? Свои-то он затычками заткнул какими-то. Для чего, чтоб не достали тебе, легенда? Не, у меня мелочи 10 бат только было. Из-за этого ты чего, объехал стоянку вокруг? Ну я вообще там на Окине припарковался. Ладно, лишь бы легенда не убил на байке. Опасное очень дело. А мы сейчас повернем. Там будет не опасно. Вот смотри. Это, вчера что хотел рассказать, Саша?
Иду по дороге, смотрю, тайка ничего идет. И такая, знаешь, внимание никого на туристов не обращает, себе на уме в телефоне ковыряется. Посмотрел, интересно на фигуру, жопа присутствует, не плоская, как все тайки. Думаю, надо срезать. Зашел в магазинчик, познакомились, договорились на шорт-тайм пойти, ну, за 1000 бат, как со всеми. 200 бат за номер заплатил, штуку сразу ей дал. Легли, разделись. Как она зубами и когтями в меня вцепилась, как коршун. Сейчас покажу тебе. Порвать меня хотела, как грелку. Смотри, Саш, во. Ну, за 1000 бат можно и порвать. И главное, самое интересное, знаешь чего, Саш? За сиську, за сосок прям зубами крепко держит, больно, офигеть. Я говорю, все, достаточно, убирай голову. Беру ее за голову, пытаюсь оторвать вместе с соском. Зубы не разжимаются. Вот так голову ее пытаюсь двигать и сам себе больнее еще делаю. Блин, горе с ней хапнул. Любого, короче, порвет как грелку. А еще, что самое важное, говорю, начали с ней переписываться, с контактами обменялись. Говорю, пришли мне фотку. Присылает фотку, но боком, сейчас телефон принесу, покажу, чтобы просто никто больше на такое не напоролся. А она кричит мне, сообщение пишет, ну чего, еще готов встретиться? Я говорю, да готов, подожди, дай рано-то заживут. Фотку и прислал. Саш, вот даже купаться в море, знаешь, щипит. Вода же соленая. Конечно, что же. Офигеть, рвала меня как грелку. А то вот так. Это зубами или когтями? И когтями, и зубами. Зубами она прям за соски сильно хватала. Надо помазать, а то может это инфекция пойти. Да, я сейчас у рыбы помажу. Она может быть ядовитая. Конечно, блин, Саш, ну горе хапнула. Она опять рвется в бой, давай еще. Я говорю, ну сейчас рано чуть заживут, ладно, хорошо. И фотку обязательно сейчас людям покажу, чтобы это видели, кто такая, мало ли где напорится. Так, что, Саш, сейчас мы с тобой покажем фотку ее. Будет видно хорошо, не будет. Имя без названия у нее, Саш. Фотки ни у кого нет, смотри, как вот у других девчонок поближе, чтобы было видно. У нее никакой фотки. Я ей написал, вот, пришли мне фотку. Сейчас я покажу. Вот я ей показал фотку, смотри, с ранами, что она мне нанесла, чтоб чуть подождала. Я говорю, то куда ты меня за 2 раза порвешь, и все, и что от меня останется, пусть заживут-то. А вот Саша, она мне фотку единственную прислала. Но смогут люди узнать, вот как лицо ее выглядит боком, видишь, она, и волосы чуть закрыты. Не знаю. Ну, если запомните, ребят, постарайтесь запомнить, потому что, блин, напороться никому не советую на такую девушку. Ребят, хочу еще раз показать вам царапины, повреждения, что тайка пыталась меня на лоскуты порвать. Еще раз посмотрите. Не просто так вам показываю. Вот. Плечо. И сзади там еще. Где там видно, не видно. Ну и вы сами прекрасно понимаете, надо же царапинки все эти лечить. Люди отдыхают, лечатся, гуляют. Вот. А мы здесь дышим свежим воздухом прохлады. Так что всем привет еще раз. Приезжайте в Паттайю. Здесь очень интересно будет. Пока-пока, друзья. Кому-то там легенда. Че сказал? Сам не знаю. Кому-то наснимал-то. Давай ты кому скинуть. В инсту вставлю все. В инстаграм? Да, там инстаграм. Ну что, с легендой ходим, по чуть по Уокинг-стрит прошвырнулись. Вот тут сидит парень, рыбу ловит, тает. Смотрите, кальмарчика поймал одного. Наживку сейчас менять будет. Ну а на другую. Вот на эту блестящую кальмарчика поймал, вот этого. Легенда, а ты помнишь это? Перед тем, как сейчас прилететь, сообщение какое-то мне написал. Пишешь, Артур, у тебя на канале много подписчиков, поговори с ними, может, кто со мной пожить захочет вместе, ну, здесь, в Таиланде. Про сообщение помнишь про это? Come to my room. Помнишь, ты мне это писал?
Или забыл уже? Я как думаю, что сделаю? Ты сказал come to my friend. Я поговорил с подписчицами, как ты просил. Да, еще не сказал. У меня же есть для тебя новость приятная. Ну да, где они? Они сказали согласны. Согласны пожить? Да, это, ну, пускай там, дай мне номер, пускай это пишут. Не, ну, их тут очередь, они говорят, когда легенда прилетит? Я просто раньше времени ты попросил это что-то сделать. Никакой очереди по всему, это а потому вижу. Что у них драка началась за тебя, они друг друга побили и порвали. Я теперь не знаю, с кем но ты жить. Ну, а если они друг друга побили и порвали, то зачем мне такие нужны? Порванные, да? Мне нужно, чтобы они цивильно, соответственно, выглядели, ухоженные были, там, прочее. Вот. И вообще, девчонки, что вы сидите в этой России сейчас, где холода, морозы? Давайте к нам с Артуром, мы на байках вас покатаем, на остров съездим, там, я не знаю, достопримечательности местные покажем, крокодилов, тигров, там, ну, что-нибудь придумаем, будет весело, интересно. Так что не пожалеете. Погода здесь отличная, не очень жарко, кстати, днем, а вечером прохладно. Ну, так тепло, нормально, хорошо. Вот. Одно из самых лучших времен года для посещения Таиланда. Так что ждем. Давай покажем, что музычка, бары разные работают. Видишь, наша называется, клуб наша. Где никого нет. Собственно. Там дальше инсомния. Вон она горит. Зарабатываются монеты. Так что под этим видео будет находиться описание.